Российские власти в очередной раз показательно поглумились над Донбассом. Оставшиеся в рабочем состоянии угольные шахты на захваченных Россией территориях Донецкой и Луганской областей отдали бывшему министру налогов и сборов Украины времен Януковича, вору и проходимцу Александру Клименко. В конце января оккупационная администрация передала принадлежащей Клименко промышленной группе «Родина» ряд угольных шахт и обогатительных фабрик на подконтрольной России территории Донбасса. И поскольку все эти шахты и фабрики имеют законных украинских владельцев, Клименко, говоря попросту, вместе с оккупантами отжал и незаконно присвоил себе чужое имущество.